Необъяснимо, но факт. Труханов высказался против объединения двух больниц для лечения ветеранов АТО. Речь идет о рекомендации Одесской облгосадминистрации. Она предложила объединить областной военный госпиталь и восьмую больницу. Это все, значит, формально и абсолютно ненужный характер. Объединять территории. Сейчас мы начнем разбираться в наших вопросах, где какое юрлицо. Я считаю, что там необходимо, если такая необходимость, выработать взаимоотношения, что гораздо быстрее и эффективнее будет. Для того, чтобы сделать с госпиталя, может быть, там проход на территорию больницы. Ну и по словам Труханова, в городе и так много людей, которые выступают против объединения больниц.